Добрый день, друзья! С вами YouTube канал Секрет Мастера. Сегодня покажу, как сделал своими руками бюджетный шкаф для одежды в прихожую. Раз бюджетный, значит, за основу взят старый шкаф. Сосед отдал ненужный шкаф сначала одному соседу, но тот забрал, что ему нужно. Крепеж, ручки, перекладину, полки и тыльную стенку. Мне достались остатки, но остатки были в хорошем состоянии. И удалось устроить шкафу продолжение жизни, вписав его в новый интерьер. Как видите, это простой шкаф с двумя отделениями и раздвижными дверцами. Как раз получилась мужская и женская половина для размещения одежды. Итак, ввиду особенностей интерьера, глубина шкафа была уменьшена. Недостающие полки взяты из запасов. Глубина уменьшена до 465 мм отпиливанием излишков циркулярной пилой с тыльной стороны плит. Это вызвало сложность установки перекладины для вешалок традиционным способом. Шкаф стал неглубоким. Вот здесь заметны отверстия крепления прежней перекладины для вешалок. Одежда на плечиках с продольной перекладиной в шкаф не поместится, но есть вариант установки поперечных перекладин. Для крепления перекладин в Максидоме купил два типа стоек. Одна стойка длинная, с винтами фиксации перекладины. И вот такую упрощенную и дешевую стойку. Там же можно купить трубу для перекладины. Но я применил обрезки от гардероба, собранного ранее. Точное наименование стоек – держатель дистанционный, конечный или боковой. Для усиления полка со стойками крепилась на 6 мебельных саморезов. Да и сам шкаф собран на саморезов. Винтовые завертки мне не достались. Считаю, что этого крепежа хватит, если вы не будете хранить в шкафу такие доспехи, как на этом кусочке видео. Прикрутил на саморезы первую стойку. Подготовил отрезок штанги. Зафиксировал его шестигранником. Осталось установить вторую стойку. Сразу фиксирую стойку для монтажа. Обязательно сверлю тонкие направляющие отверстия и фиксирую стойку последовательно на 4 самореза. Примеряю вешалку. Отлично получилось. Аналогично собираю вторую стойку. Я рекомендую повторить второй вариант. Такие стойки значительно дешевле, и при этом их функционал абсолютно такой же. Сверлю направляющие отверстия и фиксирую стойку тремя саморезами.
Женская половина шкафа собрана. Да, еще пришлось купить ручки на дверце. Задняя стенка из оргалита снята с обшивки потолка старого дома. Выпилена по размеру и установлена. И, как всегда, нашел в конце работы вот такую скобу для плечиков от детской мебельной стенки. Как раз подошла бы. Но мне кажется, сделанный вариант смотрится солиднее. Спасибо за просмотр. Ну а продолжение боев смотрите по ссылке.